Значение тату саламандра. Среди людей, делающих татуировки, многие предпочитают набивать различных рептилий. Ящерицы, хамелеоны, саламандры. Некоторые просто любят этих животных, для некоторых же такая татуировка имеет скрытый сакральный смысл. Так какое же значение имеет рисунок саламандры, одного из наиболее неоднозначных животных в системе символов? Вся информация принадлежит сайту tatu-foto.ru. Копирование запрещено. У нас на сайте вы найдете больше информации про значение рисунков тату. Татуировки, сможете посмотреть фото готовых рисунков и подобрать эскизы для татуировки. Ссылка в описании. Что это за животные? Саламандры – удивительные земноводные, яркой и красивой расцветки, но при этом чрезвычайно ядовитые. Яд саламандр, проникая в центральную нервную систему, способен причинить человеку нестерпимые страдания. Некоторые даже называют их ядовитыми комками, а другие считают бескрылыми драконами. Одни из главных природных врагов саламандр – рыба и змей. Многие мудрецы средневековья наделяли саламандру сверхъестественными способностями и считали, что они могут жить даже в раскаленных жерлах вулканов. Также считалось, что при помощи кожи саламандры можно потушить любой пожар, поскольку эти животные обладают очень низкой температурой тела. Что же заставляет людей украшать свои тела изображениями этих красивых, но довольно опасных животных? Значение рисунка. Такой рисунок может иметь несколько значений, в зависимости от качеств владельца такой татуировки. Поскольку эти существа раньше считались бесполыми, наносить их можно как женщинам, так и мужчинам. Основные обозначения. 1. Желание человека выделиться и показать всем, что он красивый, оригинальный, но ядовитый и неприступный. 2. Тату может символизировать силу, непоколебимость, решительность, храбрость и стойкость духа. 3. Наличие сверхъестественных способностей или желание обрести их. 4. Огненный, взрывной характер, неспособность управлять своим гневом или, наоборот, желание усилить в себе эти качества. 5. Некоторые считают, что такие изображения на теле способны уберечь их от пожара, наносят таким образом на тело уберег от различных несчастий и бедствий. 6. Саламандры часто олицетворяют целомудрие и смирение. 7. Для девушек и женщин такая тату может стать символом счастья в семейной жизни. Это связано с относительно неуязвимостью животного в огне. Соответственно, она делает даже непригодную для жизни стихию обитаемой. Так же, как и женщина, обустраивая жилище и создавая обитаемую, наполненную жизнью, среду. Наносить ли на тело рисунок такого фантастического животного или нет, дело сугубо личное. Но взвесить все за и против, несомненно, нужно. Вся информация принадлежит сайту tatu-foto.ru. Копирование запрещено. У нас на сайте вы найдете больше информации про значение рисунков татуировки, сможете посмотреть фото готовых рисунков и подобрать эскизы для татуировки. Ссылка в описании.